Хиде Тер Авис родился 20 мая 1997 года в Вердене, Нидерланды. Небольшой городок с населением чуть меньше 25 тысяч человек. В первую очередь знаменит Бертелем Тер Авистом, футболист, который тоже выступал за Твенте. Кто же мог подумать, что два футболиста из Вердена играли именно за Твенте? Но вернемся к Хиде. Он начал заниматься в футбольной местной школе Вердена. Но уже в 11 лет приезжает в Твенте, где проходил все возраста с командой. Вскоре он получил капитанскую повязку. 22 августа 2014 года в возрасте 17 лет Хиде дебютировал за взрослую команду Твенте. Что касается позиции Тер Ависта, играет за Твенте на правом фланге защиты. Но он крайне эффективен был в молодежной команде и в центре обороны, и даже в роли опорного полузащитника. Пока на чемпионате мира 2014 года сборная Голландии удивляла и радовала своих фанатов игрой, но остановилась на полуфинале, Тер Авис и компания играли на чемпионате Европы до 17 лет, вышли в финал с Англией и проиграли только в серии пенальти. Хиде Тер Авис – это истинный воспитанник клуба Твенте. Его пример вдохновляет молодых игроков дубля на то, что невозможное возможно. Если пахать на тренировках и отдавать полностью игре, то можно достичь многого. Что отличает Хиде Тер Ависта от всех остальных? Для защитника он довольно быстр. Молодые вингеры, нападающие в голландском первенстве, пока не могут от него убежать. Но даже если это получается, то Авер способен уничтожать созданное преимущество соперника за счет подката. Подкат – это его фишка, я бы назвал. Но он его использует часто и, что самое главное, эффективно. Не боится идти в стыки и не жалеет себя. Быть может, и поэтому его Рене Хек начал использовать в 2014 и продолжает до сих пор. Чтение игры. Тер Авис хорошо чувствует игру, предугадывает моменты и великолепно играет на опережении, где он способен сразу же развивать свою атаку. А в арсенале Хиде есть не только защитные функции. Он обладает скоростью и использует ее, обгоняя своих визави. У Тер Ависта есть пас. Причем не только низом, но его кроссы могут замучить оборону соперника. Голов, правда, у него немного пока что. Всего один в Кубке Голландии. Но от него этого и не нужно, по крайней мере пока что. Возможно, Твенте – это перевалочный пункт, и в скором будущем он сменит прописку. Но пока у него контракт до 2018 года с продлением на год. Так что клубы могут готовить свои кошельки, если им интересен Хиде. Что касается его перспектив сборной, то тут на самом деле ситуация меня удивляет. Ведь Янмат уже не тот, что в 2014. Да и его игра в Ньюкасле не впечатляет. Вандервиль сидит практически без практики. Так что первого номера на позиции правого защитника сборной пока нет. Есть все шансы, что при смене тренера Тер Авис может начнет свой путь и в сборной. Но пока ему всего 18 лет, он основной в Твенте и вопрос времени. Если он продолжит дальше свой прогресс, то у него все будет. Потенциал огромен, нужна стабильность. Ну а мы пожелаем удачи Хиде Тер Ависту. Надеюсь, в скором времени о нем узнают все, а его фамилию начнут произносить без оговорок. Ну и самое главное, смотрите футбол, любите футбол.